А в пункт Б на трехколесном байке. Группа дизайнеров из Болгарии создала транспортное средство «Хавбайк», внешне напоминающее трехколесный детский велосипед. Но не стоит обольщаться простотой его вида. Чтобы научиться кататься на нем, потребуется не один день и не одна ночь. Дизайнеры убеждены, что каждое дело нужно делать с удовольствием. Поэтому, создавая свой хавбайк, они ставили перед собой цель превратить рутинное занятие передвижения из пункта А в пункт Б в удовольствие. Теперь обладатель этого транспортного средства имеет возможность передвигаться из одного места в другое весело и играючи. В отличие от обычных велосипедов, при поездке на хавбайке нужно задействовать все тело, а не только руки и ноги. Байк становится дополнением тела. Ощущение просто невероятное. Нужно балансировать и двигаться совершенно по-новому. На нем можно добраться куда угодно, на работу, в кафе, в магазин, просто прогуляться. Кроме того, хавбайк можно сложить и переносить в руках или перевозить в багажнике автомобиля. Создатели ни в коем случае не пытаются убедить всех бросить свои велосипеды и купить хавбайк. Но как альтернативное средство передвижения он пригодится. В настоящее время проект собирает средства для серийного производства на платформе Kickstarter. Его цель – найти 50 тысяч долларов, и на сегодняшний момент собрано уже 97 591 доллар. Идея показалась интересной 258 сторонникам быстрой и необычной езды.